Полотенце. Ну, это когда шелки. Ну, оно, в общем, вполне понятно. Марьяна Козырева, опять же, девочки перед дверью, дети ребята, то, что мы уже называли. Ребятки сказки Юлии Яковлевой. Их дети. Файл Искандера я назвала. Ирина Головкина, репетивная песня. Ничего не знаю. Вот вы писали, что это история для квартиры. Я Анна Десницкая.